отсутствие Ивана. И нужно всей команды уже бежать назад. Удар какой! Федор Земсков. 4-3. И все это случилось, вы не поверите, на последней секунде второго периода. Даже не будет времени с центра поля начать Элмонту. Ждем третьего периода. И давайте повтор уже. Или он состоялся, пока я смотрел за ликованием спартаковцев. Нет, вот он повтор. Вот от Алексея Зуева.